помолиться, отдохнуть душой и телом. Всего вам хорошего сегодня, отличного настроения. Спасибо. Напутственные слова от доктора и прекрасное настроение – главные союзники тура выходного дня. Группа ветеранов в хорошем самочувствии, давление в норме, а это значит, что можно отправляться на экскурсию хоть на весь день. Социальный туризм – новое направление, которое развивает комплексный центр доверия. В эту программу входят двух, а то и трехдневные экскурсии для пенсионеров. Они проходят небольшое медицинское обследование. Вот после этого, поездки там. Например, недавно у нас поездка была к святому лику богини Ижимы, Баргузинский район. Поездка не близкая, так сказать, вот поэтому это порядка общий пробег 600 километров. Поэтому здесь надо действительно иметь здоровье тоже, чтобы съездить туда. Отдохнуть, приехать. Проект работает уже 3 года. Порой пенсионеры сами предлагают маршруты. В летнее время особой популярностью пользуется Байкал. Туда поедут в ближайшие туры. А сегодня – наследие мировых религий. Этот тур заинтересовал данную группу ветеранов. Кстати, группы создаются по возрасту и по интересам. Первая остановка – Дегитриевский собор. Галина Толчиинова приехала из Санкт-Петербурга. Хоть сама родом из Бурятии, на Западе проживает уже около 40 лет. Приятно удивлена тем, что все так это организовано. Здесь проходит, не забывается это ничего. Это очень тепло, это очень нужно и обязательно необходимо не только молодым, не только пожилым, но и молодым и всему народу. После посещения Дегитриевского собора пенсионеров ждал обед, а затем поездка в Датсан Ринпоче-Бакша. Такие экскурсии Центр доверия проводит каждую неделю. Дарья Белоусова, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.